Значит, я продолжаю традиции городского романса в своем понимании этого. Это не значит, что это будет городской романс, но я так его понимаю. В свое время я написал два городских романса. Это «Однажды бисептол» и «Бисектриса» первый. Второй – это «Похороны сатиры», как мне кажется. И вот вроде я как бы замкнул триаду, недавно опять сошел с ума и такое вот написал. Ну, это ты уж помнишь, да? Ну, да, вспомнил, кажется. Ну, городской романс. В эту ночь как-то не засыпалась, а видно, шла на столицу гроза. Вдруг услышал, или мне показалось, а засыпая, бормочут глаза. Сквозь ресницы так влажненько-влажненько из последних гляделочных сил. О своем, о глазастом, о важненьком левый-правым учой-то бубнил. Импровизация галимая. Ну куда ты попёр, плюс мой двоечный, 3 часа телевизор смотреть? Говорил тебе рот, ведь давно еще, так и можно совсем охренеть. Там ручонками машут болванчики, чё-то спорят, о чем-то кричат. А внутри ты послушай, болванчики, органчики потихоньку скрипят и скрипят. Правый сонно пошлепал ресницами, ты, приятель, нормальный или нет? Ты-то сам воспалился глазницею, целый день не моргать в интернет. Вот уж где разгулялась помоечка, не жалеют чужих и своих. И тебя, дорогой, плюс мой двоечка, точно так же не вровь, а под дых. Вот мои сразу все исплатились, от политика и до врача. А мои тоже вот закупились, гречу, свечи, ведро первача. Все в порядке, идет все нормальненько, просто надо слегка потерпеть. Раньше можно начать было с маленькой, а теперь вот боюсь не успеть. Разукрасим дорогу мы розами, вместо роз завезли кучу роск. Чуть помятый вчерашними дозами, снова взял заторможенный мозг. Ну-ка вы, дальнозоркие тварина, быстро веки захлопнули нах. Не дай бог потревожите барина, завтра вновь приползет на бровях. И циклопы сошлись в переносице, убаюкан нос задышал. Наравшийся оптом и в розницу, рот храпел, позабыв об ушах. И сопело во сне мироздание, и хотелось кого-то любить. Мозг под корки давал указания, чтобы брови с утра укрепить. Вот, понимаете, вы присутствовали при моменте, который больше не повторится, естественно. Знаете, бывает так, когда генеральная репетиция совпала с премьерой и с последним показом произведения, да. Ну вот, ну что же, да. А продолжая тему...